Станок Advercat K6090T обрабатывает с высокой скоростью различные материалы. Мощный, точный, скоростной. С тяжелой станиной, надежной электроникой, легким запуском и пожизненной техподдержкой. В приводах шаговых двигателей используются драйверы LeadShine. За управление шпинделем отвечает частотный преобразователь Delta. В станке применена система управления со встроенным DSP-контроллером от известного производителя Ричавто, зарекомендовавшая себя как удобная и надежная система со всеми необходимыми для работы функциями. Стол оснащен Т-образными слотами, что позволяет с легкостью закрепить материал при помощи прижимных струбцин, а жертвенный стол защищает алюминий от повреждений. Благодаря особенности крепления шпинделя можно получить больше просвет между цангой и столом, смещая шпиндель вверх, и обрабатывать заготовки высотой до 150 мм. На станок устанавливается дополнительное устройство круговой обработки для изготовления балясин, заходных столбов, статуэток и других изделий цилиндрической формы. Точность позиционирования составляет 0,5 мм и определяется жесткостью конструкции и механикой станка. Благодаря высокому разрешению на станке Advercat K6090T можно выполнять микрообработку различных материалов. Универсальный станок Advercat K6090T используется в рекламной и сувенирной отраслях, мебельном производстве, отделке интерьеров и экстерьеров, формовочном производстве и других. Станок имеет небольшие габариты и может быть установлен на стол, если рабочее пространство имеет ограничения. Размер рабочей области 600 на 900 мм. На станках Advercat установлены три индукционных датчика дома и датчик нуля. В комплекте со станком поставляется насадка-щетка на шпиндель. При подключении насадки к пылесборнику легко удалять стружку и пыль из зоны обработки. Масляный туман применяется при обработке металлов, акрила и пластика. В процессе работы устройство распыляет масло под высоким давлением через форсунку, что обеспечивает смазывание и охлаждение инструмента. Проектирование в любой удобной программе – CorelDRAW, Adobe Illustrator, 3D Max, AutoCAD и тому подобное. Подготовка задания в управляющей программе Type 3, ArtCAM, SolidCAM и подобное. Для станка не нужен отдельный компьютер. Задание сохраняется в G-Code формате, что позволяет ставить производство на паузу и начинать с того же самого места, если за рабочую смену не успели выполнить заказ.